Сималовой 10-е место после короткой программы она занимала. Сималова из Чехии. Ну что вот я могу сказать, пока то, что на льду сумела сделать Алена Леонова, явно выделяется на фоне всех фигуристок, которые выступают с ней в этой разминке. Вот та же Нелла Сималова, ну, с какими-то прыжками она справилась неплохо, но в целом вот впечатление от какого-то цельного впечатления от ее программы я не почувствовал.
какая-то и музыка не совсем понятная, маловыразительная. И в целом вот ее выступление, если говорить о таком компоненте программы, как выразительность, а это значит перевод музыки в движение на льду, то вот сама музыка как-то не способствовала каким-то эмоциям. И насколько эмоциональным, ярким и в техническом отношении прекрасным было выступление нашей Алены Леоновой. Так что на ее фоне пока все выглядят достаточно бледно. Ну, Кира Корпи, она, по идее, конечно, должна была стать выше Алены Леоновой, просто хотя бы потому, что она выступает у себя дома, и за ней наблюдает вся Финляндия и ждет от нее высоких результатов. Но вот она упала, и Алена Леонова уверенно лидирует с прекрасным результатом в произвольной программе. Ну, я думаю, что 75,37 балла. Вот, пожалуйста, оценка более чем на 20 баллов ниже, чем у нашей фигуристки, и только 7-е место. Алена Леонова продолжает лидировать, а еще одна фигуристка выступит в этой... Вот Кира Корпи, конечно, она расстроена, плачет. Утешает ее тренер.